Выиграть в Пензе у одного из аутсайдеров «Зенита» для Русичей было делом чести, благо кадровые проблемы хозяев были налицо. Да и в турнирной таблице еще остается шанс подняться хотя бы чуть выше 10 места. После дисквалификации на поле появился Николай Аверьянов, отыгравший, к слову, весь матч. А тандем форвардов вновь составили два Евгения Поляков и удачно выступающий в последних матчах Пономарев. Начало встречи получилось в целом равным, моменты возникали у тех и у других ворот. А на 37-й минуте расторопнее всех штрафной хозяев оказался Поляков и открыл счет. Правда, хозяева тут же могли восстановить статус-кво, но защитники вынесли мяч с ленточки. А в начале второй половины хозяева получили право на пенальти после фола Рудакова и 1-1. Но русичи все же вырвали победу, дубль на счету Полякова. Один и долгожданная победа орловчан. Спасибо отдельно ребятам, которые бились, старались не только за себя, но и за честь города, команды. Я думаю, что в оставшихся матчах мы постараемся не огорчать наших болельщиков и набирать очки, и достойно закончить этот сезон. Следующий матч русичи проведут дома 23 мая против тамбовского «Спартака». Андрей Жиляев при содействии футбольного клуба «Русичи» для программы «Оперативный эфир».